Приветствую вас. Надо сказать, что крайне у вас неопределенный запрос получается к психологу. Вот, крайне неопределенный запрос, потому что проблема зависит от точки зрения, от восприятия и от подачи. То есть то, о чем вы говорите, это не столько и не сколько является проблемой, сколько это ваша особенность, и важнее то, как вы ее преподаете, важнее то, как вы сами к этому относитесь. Это первое. А второе, то, что вот вы пишете, как сделать житие помягче? Максимально общий вопрос, который, по сути, ни о чем. Равно как и чтобы хотелось житие жить, да, это тоже максимально неопределенный широкий вопрос, в котором я лично могу увидеть только экзистенциальные проблемы, признаки экзистенциального кризиса, вот, и, в общем-то, все. Дальше. Вы говорите, что хотите быть психологом, вести вебинары и так далее. Я, если честно, не очень понимаю, зачем. То есть вы не написали, для чего вы это хотите и какая у этого всего цель. Понимаете? Вы сравнили себя с несколькими знаменитыми людьми. Ну, во-первых, эти люди не психологи, во-вторых, это больше коммерческая поп, так сказать, индустрия, популярная индустрия. Психология куда как менее популярна. Есть, конечно, безусловно, популярные раскрученные люди и в данной области, но как бы давайте будем реалистами, да, рассчитывать на то, что вы станете популярным, нельзя. А в психологии люди идут для того, чтобы в первую очередь помогать людям. Вот, и вот этого вот того, что вы хотели бы помогать людям, я, к сожалению, вас не увидел. Есть ощущение, что вы просто хотите заявить о себе, есть ощущение, что вы хотите самоутвердиться и так далее. А дальше. Ваша проблема. Знать все о проблемах не значит их не иметь. То есть вы можете о проблеме знать, но она может быть по-прежнему вашей. И для меня, если честно, несколько непонятна связь между тем, что вы, как выразились, знаю все о проблеме и тем, что проработана ли эта проблема и так далее. Здесь вот связи нет. И судя по тому, что вы говорите, ну, вероятно, проблема осталась. В той или иной степени проблема осталась. Дальше. Значит, по поводу, собственно, вот самой манерности, о которой вы говорите, то, как я уже сказал, ключевой момент здесь в том именно, как вы сами к ней относитесь. Ну, у меня сложилось впечатление, что она вам нужна, я имею в виду манерность, в качестве защиты, вот, от неких, ну, проблем ваших, вот. И, соответственно, есть у меня такое ощущение. И, соответственно, с этим нужно
работу. То есть на это нужно обратить внимание, что вот вы чего-то решаете с ее помощью. Вот. Ну, я бы сказал, что прослеживается четко желание о себе заявить. Вот, но повторюсь, психология способ далеко не лучший для этого, чтобы о себе заявлять именно. Можно, конечно, но не самый лучший способ. И уж точно не является позитивным фактом то, что вы идете, да, ну хотите как бы быть психологом, да, вот испытывая при этом потребность в внимании, испытывая потребность в, ну, значимость. Вот, потому что, ну, это будет существенно отвлекать, существенно мешать. Ну, вам существенно мешать и существенно отвлекать вас от работы. А клиенты, в свою очередь, могут вам давать негатив. Вот. Также чувствуется вот непринятие себя, то есть вы, по моим ощущениям, сами, ну, не воспринимаете себя полностью, не воспринимаете себя целиком, какой вы есть, и это чувствуют людям. Не то, что им не нравится, не то, что вы там их или не их типаж, а именно то, что вы не можете себя принять. Вот. И, соответственно, отсюда не выстраиваются отношения у вас поэтому с людьми, ну, с партнерами вашими. Вот. А следующий момент, значит, вы говорите, характер мозги у меня есть. Вопрос в том, как это их использовать. Ну, в целом, это позиция тупих, то есть вы можете вот почитать про психологический драйвер тупик, там, в принципе, вот описано достаточно подробно то, что вы говорите. Может быть, не все, что, но то, что я увидел. Еще я увидел склонность к рационализации, то есть именно вот то, как вы используете свой интеллект. Вот, вы любите рационализировать, но вам это на пользу, к сожалению, не идет. Вот. Вот так вот можно ответить вам на вопросы, которые вы задаете. Я надеюсь, что это вам поможет. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.